В век цифровых технологий все больше людей пользуются онлайн-сервисами и оплачивают услуги, не выходя из дома. Ведь это так удобно и просто. На помощь приходит мобильное приложение. Так, только в первом квартале 2020 года различные услуги в режиме онлайн оплатили порядка 250 000 жителей республики. Жительница Новочебоксарска Ольга Патракова решила показать маме самые простые способы оплаты услуг телевидения и интернета без визита в офисы Новонет или отделение Почты России. Мам, смотри, не нужно ходить в Сбербанк. Можно установить Сбербанк онлайн на телефоне и оплачивать через онлайн Сбербанк услуги интернета. Очень удобно. Сейчас мы установили его. Покажу, куда нужно зайти. Выбираем карту. Платежи и переводы. Находим здесь Новонет, услуги интернета. Вот новое кабельное телевидение. Выбираем счет и оплачиваем. Продолжить. Вот, выходит сумма 121 рубль. Ой, как здорово! Никуда не надо ходить, не надо тратить свое время и здоровье. Буду обязательно пользоваться. Спасибо, доченька. А можно подключить автоплатеж, и средства за услуги связи будут списываться автоматически. Не нужно беспокоиться о просрочке платежа и об отключении услуги. Сейчас я вам покажу, как подключить автоплатеж на Иванет в личном кабинете. Нажимаем «Платежи и переводы». Мои автоплатежи, подключить автоплатеж. В поиске вводим ИНН. Новонет, новое кабельное. Нажимаем. Выберем карту списания. Лицевой счет вводим. Всегда нужно до 1 числа. Ставим на 30 апреля. Нажимаем «Подключить». Подтвердить СМС. Сейчас придет СМС. Вводим пароль. Нажимаем «Подтвердить». Все. Проверяем еще раз. Принято к исполнению и проверяем. ИНН проверяем. Расчетный счет. Лицевой счет. С какой карты будет списано. Так. И дату. Сбербанк рекомендует клиентам подключить автоплатежи на все виды регулярных платежей. Таким образом, оплата будет автоматически списана. Один раз подключив, вам не нужно будет беспокоиться об оплате ваших квитанций. Некоторые пожилые все еще с настороженностью относятся к цифровым нововведениям. И задача молодого поколения, то есть наша с вами, рассказать обо всех плюсах интернет-технологий.